Специальный круглошлифовальный станок для наружной шлифовки модель UBC-700CNC предназначен для внутренней шлифовки и шлифовки торца на шестерне в условиях крупносерийного производства. Данный шлифовальный станок относится к классу самых современных высокоточных станков с числовым управлением. На станке установлен блок управления Siemens Synumeric 840DE, у которого несложная система программирования и изменения параметров режима обработки. На суппорте установлен специальный несущий элемент для прихвата двух шлифовальных шпинделя. Один из шпинделей изготовлен с ременным приводом при 24 оборотах в минуту. Им выполняется шлифовка отверстия диаметром 62 мм. Второй шпиндель высокоскоростной, у него 18 тысяч оборотов в минуту, производство GMN со своими следящими принадлежностями. У данного шпинделя задача прошлифовать потайной торец на высоту 14 мм, а также наружный торец на высоту 22 мм. Данная операция шлифовки осуществляется чашечным шлифовальным кругом диаметром 100 мм и шириной 32 мм. Так как шлифовка осуществляется за одну установку, данной технологией гарантируется высокая перпендикулярность отверстия и обоих торцов. Заготовка вручную устанавливается в зону шлифовки и зажимается через впадину в специальной зажимной головке производства Китагава при помощи гидроцилиндра. Цикл правки круга осуществляется также автоматически с использованием однозернистого алмаза. Режимы правки и число проходов алмаза определяются программой. На шлифовальном станке установлена и система активного контроля диаметра шлифуемого отверстия производства Marpos Italia. При достижении требуемого размера отверстия детали шлифовкой, измерительной головкой Marpos останавливается цикл приближения суппорта и после выхаживания шлифовальный круг выходит из зоны шлифовки, после чего суппорт возвращается в положение для шлифовки торца. Время выхаживания можно легко запрограммировать по времени. Шлифовальный станок оснащен и самым современным устройством очистки охлаждающей жидкости фирмы Cosema. Этот современный станок отличается чрезвычайным дизайном и удовлетворяет всем требованиям по безопасной работе и защите окружающей среды согласно действующим европейским нормам. На данном станке имеется полное ограждение с установленным собственным фильтром для всасывания масляного тумана. Полный цикл шлифовки продолжается 4 минуты, чем гарантируется достижение требуемой производительности и обработка 13 деталей в час. Таким образом, оснащенный шлифовальный станок обеспечивает достижение всех требуемых параметров, а также высокую точность обработки деталей. Допускаемое отклонение отверстия 0,014 мм, биение 0,015 мм, и качество прошлифованной поверхности RA 1,25 мм.